Добрый день, уважаемые коллеги, зрители, подписчики. Ребятки, наконец-то мне пришла посылочка долгожданная от Снегурочки к Дедушке Морозу. Новый костюмчик на этот год, ребятки. Сейчас вскроем, посмотрим, что здесь находится. Я на новой почте не открывал. Снегурочке сказал, открою дома и потом намеряем и отзвонимся, подходит Дедушке Морозу или не подходит. Так, ребята, пакетик. О! Так, тоже уберем. Так, что у нас? Так, ну мне уже нравится. Ого, тут целый мешок. А мешок же должен быть красный. Так. Один пакет. Так, что у нас тут? Так, давайте посмотрим сначала, что у нас в маленьком пакете. А в маленьком пакете у нас... О, коллеги! Валенки Деду Морозу. Ну, надеюсь, мой размер. Так, Снегурочке заказывал. Размер давал точный. Так, есть валеночки, есть. Это правый. Левый, правый. Так, что это у нас? Так, у нас... Ох ты, шикарные рукавички. О! На работу у них поеду. Так, есть. А тут есть правая и левая, чип по барабану. Ага, вот это ж правая, да. Все правильно. Правая и левая. Все, рукавички у нас на месте. Подошли. Так, обувачку я померяю потом, вам покажусь. Шапка с подкладочкой. Ну, шапка шикарная. Так, что у нас здесь? Здесь у нас борода. О, точно, борода. Это у нас борода. Все померяем. Это у нас борода. А это у нас, походу, парик. Да, это у нас парик. Парик Деду Морозу. Есть у нас и паричок. О! Так, в сторону. Пакетики убираем. Так, что у нас дальше идет? Вот это мешок. Ядрить, колотить, блин. Ребята, в этот мешок можно, блин... Надо было Снегурочке сказать, поменьше же мешок. Тут сколько подарков надо вложить, блин. Ребята, ну, конечно, ну я так отойду. Мешок, конечно, наволочка. О, на затяжечке. Ой, так шикарно. Все как положено. И с такими еще рюшиками. Так, мешочек у нас есть. Ну, а это наш костюмчик. Эх, аж глаз радуется. Главное, чтобы только подошел. Ребятки, костюм с подкладочкой. Такая, знаете, баллоневая, по-моему. Такая, ну, как... Да, баллоневая подкладочка. Так, а ну ножичек уберем. Ну, ребятки, блин. Вот это костюмчик. Главное, чтобы сейчас на дедушку сел. А, видно вам, ребят? Хе-хе. А ну.
Вот это шикардос. Вот это шикардос, коллеги. Тут получается костюмчик. Костюмчик. Тулупчик. Шубка Деда Мороза на замочке. Пока притрется, новое все. Так. Все. Ага. Есть. Ох ты, тут вот эти вот, как их называют. Надо сейчас быстро, так и не вспомню. А, их получается надо... Что, одну на одну сторону? Читав. А, вот так, все. Ох ты, елы-палы. Так, в плечах сидит хорошо. Обалдеть. Вот это, ребята. А карманы, ребятки? А что ж, деду нема куда положить ни пачку сигарет, ни зажигалку. И вовнутрь бутылку не всунешь. Ну, елы-палы. Снегурочка не предусмотрела этого. А, тут еще и пояс есть. Так, сейчас нам его надо выровнять. О. Ну что, не шикарный дедуга? Вот это дают. Да? Так, у нас сегодня какое число? 25-е. Ребят, ну до Нового года можно еще и подзаработать. Надо подучить стишочки. Ну, шикардос, конечно. Коллеги, я сейчас не сфоткаюсь. Сейчас все одену обмундирование, и я вам покажусь. Не переключайтесь, будет интересно. Это я, Дедушка Мороз. Привет, мои дорогие. Ну, вот он я во всей красе. Ну, как я вам? Напишите в комментариях. Пойдет такой Дедушка Мороз на праздник? Я, конечно, очень довольный, посохом довольный, потому что сам собственноручно я его сделал для своих внуков. Мешочек такой, что, ребята, можно туда ложить и ложить. Шикарно, да? Сапожки вам, пожалуйста. Снегурочка мне пошила. Шикардос, как говорится. Дедушка Мороз, шикардос. We'll be right back.